Таня у нас как предыдущий пара. На стол. На шубе Дейенерис. Шубе Дейенерис. Это шуба Дейенерис, точно. Да. Это прямо из фильма, да? Да. Я... Шубе Дейенерис. Мне же нельзя шубу. Да. Что себе? Ты целиком Игру престолов смотрела, да? Все полностью. Я кусками смотрела так. Не, ну я... До того, как мне сказали, я не смотрела, конечно, а потом еще быстренько смотрела. У нее такая голова круглая. У меня бульдог французский. А, у него квадратный. Французский? Окей. Чего тебе рада была? Очень рада. Очень рада. Стол такой. Я рада, что я выиграла этот этап гран-при, рада, что я добралась в финал, но я не откатала свою программу чисто, у меня были ошибки в короткой и в произвольной программе. Я буду работать, постараюсь на следующих соревнованиях сделать все. И сегодняшним, и вчерашним днем я очень-очень довольна. Я наконец-таки сделала то, что я должна была сделать. И я и весь тренерский штаб довольны. И это самое главное. Я никогда не смотрю, кто выступает передо мной. Я не слышу оценки и не вижу выступления, поэтому выхожу и не знаю, кто как откатал, и от этого легче. Честно говоря, я не хочу показаться грубой, но хотелось бы, наверное, меньше слышать вопросов именно такого характера, потому что я много-много раз уже говорила, что я делаю свой максимум для того, чтобы... показать вам всем, показать зрителям и доказать самой себе, что у меня получится сделать четверной сайхов. У меня нету определенной даты, точно так же, как то, что мы вчера обсуждали, нету определенной даты, как, во сколько нужно заканчивать карьеру. Это вопрос сродни этому. То есть, наверное, после каждого соревнования мне задают 6-8 вопросов вот касаемо вот, планирую ли я. Каждый раз я на него отвечаю, да, я планирую. Для меня самое главное — сохранить свое здоровье, потому что я не готова на, прямо говоря, на сломанных костях снова прыгать. Поэтому для меня главная задача — это научиться четверному прыжку, но при этом еще и сохранить здоровье, чтобы продолжать прыгать, поскольку я знаю свое тело, оно у меня хрупкое, я очень должна следить... за всем абсолютно, за распорядком дня, за тем, что я ем, и вот во сколько я ложусь спать, потому что от этого тоже зависит мое состояние. Поэтому я вот отвечаю прям официально, что хочу, конечно, хочу. Я не могу сказать, то есть я не могу раскрыть никаких технических сейчас моментов, работаем ли мы сейчас над ним или нет, потому что это закрытый тренировочный процесс, что, в принципе, не хотелось бы открывать, потому что, Крики Клаб — это приватная зона. Так что в планах есть, делаю все, что возможно. Брайан тоже, Трейси тоже, и as soon as it possible мы все покажем. Для меня почему-то самый сложный — это аксель тройной. Он отличается от четверных прыжков тем, что прыгается с переднего хода. И я не знаю почему, но для меня сложнее. Я его учу и стараюсь сделать. Трибуна других девочек из твоей группы, они пришли поддержать, как-то, возможно, уже общались, что они сказали, и как вообще приятно ли было их здесь увидеть. И второй такой небольшой вопрос, если ведется, возможно, какая-то статистика по четверному Сальхову и Луц Риттбергер, вот как на тренировку с этими элементами дела обстоят. Спасибо. Очень приятно было, что девочки пришли поддержать меня и посмотреть на соревнования. У нас в группе сегодня выходной, поэтому у всех была возможность прийти сюда. Никто со мной до старта не общался и после тоже пока, потому что до старта никто меня не отвлекал. После старта еще не успели, и телефон, конечно, разрывается. Статистики никакой нету, я катаю программу на тренировках, бывает с одного падаю, бывает с другого, но
часто бывает, когда катаю чисто, и просто надо собираться в соревнованиях. Ты говорила, что тебе было бы интересно посоревноваться с мужчинами. Во-первых, почему возникла такая идея? И если пофантазировать и допустить, что все-таки тебе разрешили, как ты думаешь, какое место могла бы занять среди мужчин? Спасибо. Было бы интересно посоревноваться с спортсменами, которые очень много прыгают четырех в программе. Какое место бы заняла, я не знаю. У них по-другому считаются баллы. Другой коэффициент в компонентах. Вот для этого и хочу посоревноваться, чтобы узнать. Вопрос Марая, если она так планирует, выучить четверия или I think I'm just now starting to like become consistent. Really mean. Но сначала я только сейчас начинаю кататься, выступать стабильно. И я не думаю, что у меня есть какой-то лимит, и при этом у меня есть такой отличный тренер, технический тренер. И мы уже пробовали тренировки, у нас есть упражнения. Я думаю, что до четвертого я, наверное, могу попробовать тренировки. Венцовый, когда мы сейчас движется вперед, и это очень здорово принимать участие в этом. Но я думаю, что надо, конечно, держать баланс между техническим и составляющим, и катанием. Надо еще работать, чтобы меньше нервничать, чтобы было больше уверенности. После выступления Саша сразу пошла к своей любимой болельщице, как шутит спортсменка, чихуахуа по имени Тина. И, как всегда, она в новом костюме. Она сегодня в роли дракона Дейенерис. Я только не могу ее брать далеко и в Японию, на всякие острова, потому что не пускает собак. Давай, иди! Ha ha ha!